Европейская комиссия предложила выделить Греции 2 миллиарда 250 миллионов евро на преодоление последствий разрушительного наводнения. Председатель Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в Страсбурге, где она встретилась с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы обсудить помощь его стране. На прошлой неделе штормы унесли жизни по меньшей мере 15 человек в центральной Греции, а многие другие районы все еще затоплены. Ранее в стране полыхали мощные лесные пожары. Эти два стихийных бедствия нанесли ущерб в миллиарды евро. Чтобы изыскать такие деньги, Евросоюз должен действовать быстро и гибко. Ему придется перенаправить на удовлетворение срочных потребностей Греции неизрасходованные фонды, которые предназначались на восстановление после пандемии, субсидии сельскому хозяйству и социальные нужды. And then in addition, the Commission stands ready to assess a Greek request for support under the Solidarity Fund. Here it is important that the Member States agree on our proposal to top up the Solidarity Fund. And if this happens next year, we could make available up to 400 million euros. ЕС учредил фонд солидарности для борьбы со стихийными бедствиями в 2002 году. Сейчас он практически пуст и не в состоянии ликвидировать последствия изменений климата. Евродепутаты считают, что необходима новая надежная система поддержки нуждающихся стран. Right now, I think there should be more done in order to support Greece, but also other regions in Europe that have been affected. But in the future, we need to build a more resilient support system so that when things like this happen, the money can flow more directly, faster and in a more flexible way. В течение последнего года в Фонд солидарности поступали просьбы о чрезвычайной помощи. Получать оттуда деньги хотели многие страны, от кандидатов в члены ЕС Турции, переживающей последствия землетрясения, до Словении, которая недавно пострадала от наводнений.